Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Короче, всем привет. Полюбос еще квадратиками, кубиками, непонятно как показывает. Ситуация такая. Лиза, в камеру. Где? Через дорогу. Да вот. О. Я нормально? Соня, мы идем к тебе уже. Привет. Дура. Что за улыбка такая? Знаешь, вот эта сторона ничего, а вот эта вот так вот. Вот так вот, вот так, смотри. Настя, привет, как дела у тебя? Какая Настя? А, ну вот, я тебе пишу. Да нормально, вот к Соне пошли. Какая Настя? Да шабаршина, к Соне пошли сейчас. А у тебя как дела, Настя? Чё, как у вас там? Ну, привет, Руслан Махновец. Я тебя вижу, ты идешь вон там. Вон. Не знаю. Вы пока не уходите, потому что качество будет лучше, когда мы придем к Соне домой. Я, ты, да. Я, Настя, так рада, вот серьезно. Вот прям вот я так счастлива. Мы тут купили еды, короче, пойдем. У нас осталось, я дома. Ну, я тебя говорю, я тебя вижу. Будем делать маникюр. Пойдем. Хочешь, давай пакет. Ты-то... Естественно, она не против. Я не Кристина. А, точняк, давай. Мы еще ждем Кристину будем. Короче, на улице вообще теплота. Я рада, что сегодня не холодно, молодец. Так, это здорово. А куда там? А, жара на улице. Не, не жара, просто нормально, так тепло. Так. Кристина придет, вот не знаю, что будет звонить. Мы с Новосибирска. Если я не включила геолокацию, то это, конечно, грустно. Привет, Дмитрий. Кто-то там, Иванов. Или что? Лиза, почему ты идешь так медленно? Да у меня вообще никак, Настя, серьезно никак. Он там есть? Как оно? Чё, как оно? О, Настя, привет. У меня там есть один такой мальчик, мы с ним не общаемся, но я уверена, что мы будем встречаться. Я не знаю, как это... Я прям... Ну как... Мы с ним виделись последний раз зимой? Кто вместе? Привет. А. Мы вот тут этого купили похавать. О, сейчас нормально будет освещение. Мы зашли в этот, в угол темный. А? Может, она у репетитора? Кристин, давай, хотя бы на немного мы еды взяли. Ну, сейчас уже. Ты приходи, мы еды много взяли. Кого? Скажи, что понашла. Да, блядь, Соня, помолчи. На меня Лиза кричит. Уроки можно вечером сделать. Просто, вот знаете, Лиза на меня постоянно стала кричать. Привет, да. Это мы. Я ничего не слышу, я ничего не вижу, ты меня бьёшь как ухо. Нет, 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 нет. Ну так я говорю, что понашла. Настя со мной вместе. Ну вот и хорошо. 9 человек. 10. Как назвала трансляцию? Привет. Не было предложения, но мы встречаемся. Так в основном встречаются все, Настя. Начинаем. Не, ну у некоторых по-особенному там прям. Да.
У некоторых, понимаешь, там с предложением прям давай мы будем учить. А некоторые там прямо уже типа давай, давай, я раз с тобой встречаться, да. Ну давай, типа, она такая, ну я подумаю, а у вас все уже как бы сразу, давно, но сразу. Вот, сейчас посмотрим, как нас тут встречает Соня. Тут кто-то умер, видите, в подъезде. Ай. Нормально. Закрой дверь, а то у меня руки заняты. Спасибо. Ты где еще? Я дверь открыла, она закрыла. Открой ты дверь, пожалуйста, соседи. Привет. Привет. Вы очень отстаёт? На, возьми. Только не снимай, пожалуйста. А ты что, смотришь себе? Не, не снимай, пожалуйста. Не снимай, не снимай. А я как бы в трубе маленько. Ой, да мы там маленько понемножку взяли. А Кристина, то есть, не придет, да? Ладно, вообще не буду смотреть, а то... Не смотри. Ну, блин. Ну, не стоит, не смотри, не смотри. Настя, да. Ты боишься отравиться? Хочу переодеться. Ты, кстати, написала этой, Ванисовой? Я не писала. Что я-то буду писать? Я с ним не общаюсь, поэтому я не писала. Я вечером дранки проведу. О, все, мы все туда придем. Да не мы, давай встретимся. Ты вообще кто такой, Давид или кто? Окей, я надеюсь, смогу посмотреть. From 218. Это, наверное, Руслан. From — это Руслан. Соня. Я-то бун-бун-бун. Называется «Соня только перешла на правильное питание». Заново вернёшься. Ладно, эту неделю можно. Лиза, ты-то с Гошей? Нет. Нет, нет, мы не с Гошей. Она уже с другим парнем. Нет. Такой. Она уже со мной встречается. Мы с Лизой давно вместе. Да? Мы с Лизой просто, ну, как-то решили, что... Пора бы уже начать. Пора бы, да? Знаешь, что мы думали? Она взяла какие-то зеленый белый лак. Да. Ты видела, какой у нее неоновый? Ну, какой неоновый? Сколько у вас градусов? У нас мало. Все, давайте.